С 5 по 7 августа в Ставрополе на пляжном стадионе Парка Победы пройдет финальный тур чемпионата России по пляжному гандболу среди женских команд. Начало игр 5 августа с 14 часов, 6 и 7 августа с 9 часов утра. Ставропольская команда – один из главных претендентов на звание чемпиона страны. Поддержим наших девчат!